Я, скорее всего, из «Космические яйца» Мел Брукса. Фильм — это пародия на «Первые звездные войны». Вот. Я, наверное, вот эта собачка там, которая летала у него за штурвалом. Рыжий такой, пузатый, вот смешной. Наверное, Йода мне ближе по духу. Хотя Дарт Вейдер тоже достаточно симпатичный. Но он как негативный персонаж привлекает образом. И вообще вот история у него очень интересная. Люк, я твой отец. Ты знаешь, я не знаю, кто такой Джа-Джа, поэтому скажу тебе по секрету, я Йода. Я Чубака. Чисто я не знаю ни того, ни того. Я не знаю. Мастер Йода, может. Наверное, все-таки R2-D2. Ну, во-первых, я очень маленькая, тоже не могу сказать, что я такая квадратненькая или обтекаемые формы имею, но это очень добрый персонаж, такой смешной, позитивный, забавный, я вот, мне кажется, такая же, все время хохочу, смеюсь и пищу, я не смотрела, не знаю, но я не смотрю вообще кинематографию. Смеешь это рассказать, ответить, да? Фу, я просто не дуже люблю «Звездні войны». Це R2-D2, це той, що... Такой, от, однозначно, да, він. Я він, да. Ну, Чубака крутой. Давайте буду принцессой Леей. Вообще, мне нравится та, которая ча-ча-ча-ча-ча из новых «Звездных войн», но вы ее не выбрали. Ой-ой-ой, я не сильно прям фанат «Звездных войн», поэтому... Нет, пусть будет Меловин, все. Я... Цей Джаба Хат. Мастер Йода. Кен? Чубаки. А, ну, Ситрипел как-то симпатичнее звучит. Чубака. Я смотрела «Звездные войны», ну, не знаю, R2-D2, наверное, да. Вот так, что ли, я?